Всем привет, с вами Арсений, магазин Tool Camp и видеообзор вот такого столика для лодки ПВХ. Модель будет, наверное, называться у нас столик для лодки ПВХ номер 18. Вот, в принципе, столик у нас разрабатывался на базе модели столика номер 15 трансформер, ссылочку можете найти ниже в описании. Вот. Суть столика такая, то что здесь у нас есть отсек для двух аккумуляторов, к которым есть доступ с обратной стороны, ну, через бортик, то есть сюда их установили, и с этой стороны они вам больше не мешают. Здесь есть две полочки с расстоянием по 7 сантиметров, ну, вот высотой, бортики по всему периметру, и есть вот такая удобная ручка для транспортировки, которая также выполняет роль, допустим, фиксации, если вы захотели там что-нибудь попить. Здесь у нас отверстие там под бутылку какую-то там 7,5 сантиметров, вот. И здесь 4 отверстия там под пластиковые стаканчики, допустим. Можно эту полочку расположить с этой стороны вертикально во время транспортировки и также вынести вот сюда, чтобы у вас все остальное расстояние можно было использовать. Также в данном столике была установлена такая небольшая съемная панель для эхолота размером 11,5 на 11,5, которая устанавливается на барашки, и при необходимости вы на ней зафиксировали основу от вашего эхолота, и после чего можно ее совершенно спокойно снять и взять вместе с этой основой домой. Вот. И также вот эта вот ручка, при необходимости она у нас идет на барашках, которой можно ее снять, если она вам мешает в лодке, вот, и убрать, чтобы она вам не мешала. Вот, что еще? Данный столик крепится у нас на систему крепления электрос, прикручивается снизу, в комплектации идет. Вот, то есть вам останется только поставить столик на лодку, вымерить нужное положение ликпаза, который прикручивает снизу, и прикрутить его. Размеры столика у нас получается: ширина 40 сантиметров, максимальная высота 27 сантиметров, это вот, ну сколько там, 27, высота столика получается 30 сантиметров до бортиков, то есть за исключением бортиков. Ширина нижней части у нас получается 9 сантиметров. Ну и остальные размеры, в принципе, можно легко догадаться, какого они размера. Столик выполнен у нас из ламинированной фанеры, пройдены торцы акватексом. Понравился столик? Заказывайте у нас на сайте, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. Рекомендую.